Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я буду снимать ролик про покемонов. Я спрашивал вас на своей странице ВКонтакте, делать мне такой ролик или нет, вы сказали делать. Это подтверждает результаты опроса. И вот, как я уже говорил, у меня 30 левел, 41 тысяча опыта на 31 левел, и сейчас я вам покажу эволюции покемонов, которые у меня доступны. Скажу вам честно, что я не знаю, как называются все покемоны, в которых мы сейчас будем эволюционировать, потому что в покемоны я играл безумно давно. Но вместе с вами мы сейчас будем разбирать эти эволюции, смотреть, сколько нам Combat Power будет давать, какая эволюция и какой покемон. Так, вот здесь Ратата, но я не хочу его ловить. Вот, будем смотреть эволюцию какого покемона, сколько ЦП она дает, и вообще нормальный этот чувачок или нет. Давайте погнали. Снорлакс. Снорлакса мы улучшить не можем. Я вот, кстати, как видите, 500 000 накопил вот этой жидкости, не знаю, как это называется правильно, вот. И мы смотрим, ищем первого покемона, которого я могу апгрейдить. Итак, кто же это будет? Кто же это будет? Вот, первый это Поливрил. У него уже сейчас 1036. И после эволюции, я не знаю, конечно, сколько у него будет. У него 55, это атаки магическая, как я понимаю. Вот, у него 1036. Давайте поставим ставки, во сколько он превратится. И я его эволюционирую. Вы готовы? Я готов. Поехали. Ну же, братан, давай, покажи всю мощь свою, а? Кого ты превратишься? Это Поливраз. У него атака ЦП, точнее, 1953. Это пока на втором месте среди всех моих покемонов. Если, в принципе, его еще улучшить, это мы чуть позже, возможно, сделаем, мы 2К ему, в принципе, спокойненько набьем. Итак, давайте искать дальше. Вот, наверное, отсюда. Так, Голбат. Что у нас дальше? Следующий это Пиджета. У него 911. Давайте мы его эволюционируем. И посмотрим, сколько нам Пиджета даст ЦП. Мне кажется, тоже по двушечку. Давай, братуха. Давай, я в тебя верю, братан. Опа! Смотрите на это красавчика. И это... Как же ты называешься? Как же ты называешься? Пигеот. 1598. Ну, что-то слабо, братан. Я на тебя так надеялся, а ты меня подставил. Ну, ладно, ничего страшного. Так, Кофин. Вот это вонючка. У меня, кстати, он есть уже. Вот, 1513. И давайте посмотрим, обгонит ли он его или нет. Эволюционируем. И смотрим, что к чему. Так, давай. Давай сейчас нам две головы покажи и выше полторушечки. ЦП выше полторушки и... Так, вот он сладенький. Ну же, братан. Смотрим. Это баг. Я знаю этот баг. Тихо. 1722. Мазафака. Топ-3 наш покемон. Это круто, ребята, это круто. Так, давайте смотрим дальше, что у нас тут есть. Виппинбелл 861, и его тоже можно эволюционировать, но, наверное, я его не буду эволюционировать, потому что я хочу, как видите, у этого 861, а у первой его формы у меня есть 794. Я лучше его эволюционирую 2 раза, и мы посмотрим, что же он даст. Вот сейчас мы его эволюционируем Виппинболла, или как его там правильно. И он, я уже думаю, что он где-то наберет 1200, наверное, 1100. То есть в несколько раз больше, чем вот этот, который у меня уже есть. Смотрите, посмотрите, какой он рот. Он, походу, из Plants and Zombies сорвался. Итак, Виппинболл 1239. И мы его сразу улучшаем. И просто, ребят, это самый топовый сейчас покемон будет, который у меня есть. Я ставлю, что он будет 2 с копейками. 2500, 2400. Давай, братуха, покажи им всем жару. Вмашем. Ну?
Так, кстати, у нас его еще не было. Мы его регистрируем в нашем Покедексе. И у нас уже практически весь... Как? Объясните, как? У-ху, да. Просто фейл, фейл. Нет слов, короче. Я так рассчитывал, что он самый топовый покемон будет у нас. Ой. Ну ладно, давайте Дровзи улучшим. Это самый стандартный покемончик, который есть практически у всех. Я его поймал, вот 800 ЦП у него было. И сейчас посмотрим. Посмотрим, что у нас тут есть интересно. Ну, как всегда, как видите, вот он эволюционировал в... Забыл его название, как всегда. В гипно 1714, кстати, как видите, он практически максимальный. Давайте ему сразу левел ап сделаем. 1 плюс 15, вообще понты полнейшие. Ну, ладно, это так, чисто бонус мы ему дали. Так, Ивизавр, это, если я не ошибаюсь, это вторая форма Бульбазавра. И мы его еще улучшаем на плюс 1 в третью форму. И у нас Бульбазавр сейчас будет максимального левела. И кто же? И сколько ЦП у него будет? Фух, посмотрите на этого красавчика. Мне кажется, он просто вырубать может здесь всех. Так, кстати, вот его у нас не было тоже в Покедексе. Е, мы собрали Покедекс полный. Йоу-йоу-йоу, Венозавр! 1320, хорош. Хорош, молодчинка. Идем дальше, кто у нас? Гроулит. Мы его тоже улучшаем. Пека-пека-пека. И смотрим, что же он нам сейчас покажет и какой ЦП у него будет. Итак. Давай, братушечка, улучшайся. Я в тебя верю, ты красавчик. И вот, смотрите, какая собачечка. Ну, он больше на волка похож, но он похож прямо на того вырубателя, который может нормально всем раздать. Это Арканин. Сколько у тебя? 1812. Кстати, нормально. Это, по идее, на втором, на третьем... А, на четвертом месте. Но все равно четко. Смотрите, мы сегодня... Выбрали второе, третье, четвертое, пятое место и шестое место среди... И седьмое даже, да. Вот у меня до этого был второй визинг. А вот так вот, дорогие друзья. Смотрим дальше. Рыбка. Рыбку мы улучшить не можем. Зато мы можем Клефари... Клейфери можем улучшить. Вот. Давайте посмотрим, что нам Клейфери даст. Я хочу какой-то боевой рейтинг выше двушки, ребят. Я не остановлюсь, пока у меня не будет 3000 ЦП на каком-то из этих, из покемонов. Ой-ой-ой, посмотрите на этого качела. Мне кажется, он нормально так сплюхи может выдавать. Так, мачок. Он мачок. 1259. Кстати, он 1259, можно его попробовать улучшить. Надо найти его конфеты, и он должен нормально раздавать. Так, кто у нас тут еще? Пиджиот. Веномант. Давайте смотреть Веноманта. Что же у Веноманта, какая следующая эволюция и сколько он нам ЦП даст. Он такой маленький, просто маленький плюшевый, маленькая плюшевая игрушечка. Ну, смотрите, какая бабочка. Так. Ну уже, и сколько? 1390. Нормально, неплохо. Яйца, кстати, очень смешные яйца, я не знаю... Что, как они вообще в драке и какая следующая их эволюция, но они очень смешные. Давайте смотреть, сколько у них ЦП сейчас будет. А у них было 700? О, это кто? Ананас, арбуз, я не знаю, кто в комментарии, на кого это он похож. И мы сейчас будем узнавать. Так, регистрируем в Покедексе. Опять практически заполнили этот Покедекс. Это Эгутар. 2059! Ху-ху! Йоу, мазафака! Давайте мы ему еще один левел накинем. Ой-ой-ой, так ты нормально растешь, братуха. Давайте попробуем сегодня его до максимума докачать.
Мне нравится этот выпуск, дорогие друзья. Обязательно давайте поставьте лайки. Если будет 2000 лайков, я буду еще продолжать эволюционировать и еще больше продолжать собирать различных покемонов. Мне будет очень приятно, и я буду понимать, что вам нравится эта рубрика, новая рубрика на моем канале. Итак, давайте вот эту вот лошадочку апнем и посмотрим, что же у нас она интересного принесет нам. Такс. Оу, посмотрите на эту красавицу. Итак, сколько у тебя ЦП? Опять мы регистрируем в Покедексе и такого покемона... Опять мы заполняем полный Покедекс. Ребят, сегодня очень клевый выпуск, походу. Мне пока все очень нравится. Смотрим дальше. Дратини. Тут у меня нереальное количество покемонов еще осталось. Давайте, наверное, еще несколько я вам открою. И если мы реально соберем 2000 лайков, я буду продолжать собирать и продолжать эволюционировать и показывать, сколько ЦП, что дает и так далее. Давайте вот я предлагаю еще дойти до Сквиртла, то есть вот 6 покемонов у меня, и всех, кого возможно эволюционировать, я эволюционирую и вам покажу, сколько же что дает. Итак, давайте смотреть, сколько нам эта змея даст. Ну, я понятно, что вы мне сейчас хейтите в комментариях, будете, что я не знаю ни одного названия покемонов, но, ребят, сорян, я... Давно очень смотрел, в детстве. Какой это год был, 2003, покемонов. Я не могу все запомнить. А шпаргалки делать, вы сами понимаете, что это я буду тупить, типа... это покемон... вот, Драгонайр. Все, я взял, прочитал, все по Шурику сделал, и все четко. Там косарик ему дала, ну, неплохо. Так, Хитманчан. Вот этого чувака я помню еще, спокойно. Это Бластоид. Так. Так, Иви и Сквирту. Ну все, давайте остановимся на Иви и на Сквирту. И посмотрим, во что же превратится Иви и сколько ЦП у него будет. Давай, Иви, покажи, как нужно вообще. Йоу, посмотрите на эту красавицу. Это похоже на какую-то кошечку или лисичку. Ох, я очень смешно это, походу, смотрится. Пацан, которому 22 года, говорит, о, посмотрите, в покемонах какая лисичка, какая кошечка. Я еще во влоге говорил, что тиранит занимается херней. Так, ну это мы упустим. Итак, Сквиртл, давай, братуха. У тебя 660, и я сейчас уверен, ты сейчас дашь нормальную эволюцию. И мы с тобой просто пойдем и захватывать весь район будем. Итак. Чё же, братанчик, давай. Йоу, следующая форма, эволюция. И ты превратился в... Кого же ты превратился? Опять у нас его такого не было. Ребят, ну это бомба, это реально очень четко. Это Вартортл. И, кстати, его можно еще раз улучшить. Давайте улучшаем его еще раз. И смотрим, сколько у него ЦП. Сейчас у него 1069. И посмотрим, сколько же ему сейчас дало. Давайте, на первое место мы его сейчас выведем среди всех моих покемонов. И это будет окончательное... И это будет крутое окончание выпуска. Что это я хотел сказать окончательно? Ну, давай. 1800. Так себе. Ну все, ребят, как я вам обещал, на этом мы закончим этот выпуск. В принципе, выпуск получился очень четкий. Из первой шестерки моих покемонов мы 5 открыли сегодня. Мне кажется, это очень круто. В следующем выпуске обязательно пишите в комментарии. Я могу провести следующий выпуск по эволюциям, а могу по улучшениям левелов. То есть, смотрите, у меня... у кого здесь, наверное, нормальное есть? Вот, кстати, можно, допустим, вот этого... Эгутора улучшить на все мои 150 конфет и посмотреть, сколько же что даст. Можно улучшить Поливраса на 300 конфет. Пишите в комментарии, что вы хотите, и я буду продолжать снимать, если вам это нравится. На этом все. С вами был я, Максим Старосвицкий, канал Максима Старосвицкого. Всем пока и всем пика-пика!